Процедура медицинской аккредитации, она предназначена для того, чтобы определить соответствие лечебно-диагностических возможностей государственных организаций здравоохранения условиям и видам, оказываемыми ими медицинской помощи. Предполагается, что медицинская аккредитация все государственные организации здравоохранения должны будут пройти до 1 января 2023 года. Механизм прохождения аккредитации будет определен постановлением Совета министров Республики Беларусь. Для чего вводится эта процедура? Она вводится для того, чтобы, к сожалению, в ряде еще наших медицинских учреждений есть те методы оказания медицинской помощи, которые на сегодняшний момент отстают от уровня развития нашей медицинской науки. Это первый момент. Второй, они оказываются в малых объемах, но требуют достаточно затратного финансирования. Поэтому нужно привести все это в соответствие и рационально использовать, скажем так, бюджетные средства для того, чтобы сконцентрировать на уровне, может быть, межрайонных, скажем, объединений, создать на уровне центральных районных больниц центры по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи, которые предназначены будут для оказания медицинской помощи высокотехнологичным пациентам с острым коронарным синдромом, это развитие рентген-эндоваскулярной хирургии, это пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения, ортопедо-травматологическим пациентам с сочетанной травмой, с хирургической патологией, ну и так далее и тому подобное. То есть для того, чтобы люди получили качественную, своевременную и доступную медицинскую помощь.